Ребята, всем привет! Много чего изменилось на канале Леди Дианы с момента начала войны. Если тогда было много локаций для съемок, намного больше актеров и чаще выходили видео, то теперь в новом сезоне все стало по-другому. Если вам интересно услышать, чему сейчас, даже если у команды Леди Дианы есть все, чтобы снимать, видео не выходит так часто и не каждый день. Диана живет в Барселоне. Ди перед съемками часто ходит на море, чтобы загореть, но на пляже Диана не загорела, а сгорела. Ей было очень больно и тяжело сниматься в видео. Но сейчас все хорошо, и краснота уже начинает сходить. Не поверите, но моя краснота все-таки начала сходить. Это очень хорошо. У меня уже не так счет тела, как вчера. Вчера это вообще был ужас. Мне было и холодно, и жарко одновременно. Вот. Ну а сегодня я уже такая светло-розовенькая, да, Банечка? Ты мой маленький малыш. Иди бегай. В общем, вот так вот, ребята. Спасибо большое, кто переживал. Все со мной нормально, жить буду. Я сегодня встала аж в час дня. Хотя вчера я вставала в, по-моему, 10. В 10 я проснулась вчера, позанималась английским. Вот, и как раз потом я поехала на море. Когда все это и произошло со мной, я думала, что я вообще не загорю, потому что, ну, знаете, я как бы лежала. Да, меня там припекало солнышко, но так было и возле бассейна у нас здесь дома. И возле бассейна я вообще не загорала. А на море я просто взяла и сгорела. Просто сгорела. Короче, скоро будут съемки, будем снимать для вас новый видос. Так что ждите видос на канале Леди Диана. А мама Леди Дианы Юнона рассказала, почему видео не выходят каждый день. Снимают все видео почти каждый день, но выходят они с задержками. Это все потому, что они не успевают смонтировать видео. Раньше у них были режиссеры, операторы, звукорежиссеры, монтажеры. А сейчас их команда складывается всего с Дианы, Даны, Юноны, ее мужа и всех остальных ребят-актеров. Сейчас снимать видео стало намного тяжелее. Снимаем мы видео почти каждый день, но почему-то мы их каждый день не выкладываем. Почему? Объясню. То мы проспали, поехали гулять, уснули, вовремя не встали, не смонтировали, потому что видео, ребятки, снимаем и монтируем мы. У нас нету сотни монтажеров, у нас нет 100 человек команды. Команда – это я, мой муж Анатолий, моя дочка Диана и наши ребята. Так что мы такие крутые, видите, все делаем сами, справляемся во всем сами. Ну а вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео Леди Диане. Я вас всех очень сильно люблю. Ну и до скорой встречи в новом выпуске. Всем пока-пока!